Александр, непростая очень игра. Очень много бросали, но не удалось забросить. Что не получалось? Почему шайба в ворота не шла? Да я, честно, не знаю. Надо забивать просто голы. Так некого упрекнуть. У вас, так есть, у вас есть объяснение, почему ЦСКА в этом матче очень мало бросал? Такое ощущение, что у них была задача просто у своих ворот играть, практически не ходить. Да я не знаю, мы от своей игры отталкиваемся. Мы старались действовать агрессивно, у нас это получалось, только вот не забили. Не знаю. Какой основной вывод нужно сделать из этого поражения перед шестой игрой в Москве? Да, я говорю, забивать моменты свои и все. В вашей карьере уже была одна непростая серия с ЦСКА. Может быть, как-то вспомните ее как вдохновляющий пример? Да и ничего менять не надо, надо так же играть, все пойдет. Не появилось ли какого-то отчаяния? Вторую игру подряд переигрываете ЦСКА, но шайба ворот вообще не нет. Нет никакого отчаяния. Серия до 4 побед, надо проявлять характер. Почему в третьем периоде не продолжили давление, которое сейчас не такое? Такое же давление у нас и было, если вы внимательно смотрите. Александр, вопрос, чтобы успокоить болельщиков, что с физикой команды, насколько... Как много сил в резерве осталось на продолжение? Силы есть.